Всем привет, дорогие друзья, с вами Наталья, и вы на моем канале «Семейные секретики». Предлагаю вам рулетики из куриной грудки, как в KFC, с начинкой из сыра. Рулетики получаются с хрустящей корочкой, а внутри нежные и очень сочные. Готовятся они очень легко и быстро, а съедаются просто мгновенно. Нарезаем куриную грудку тонкими ломтиками и аккуратно через пакет отбиваем молоточком. При этом не нужно сильно усердствовать, иначе ваше филе превратится в куриный фарш и рулетики уже не получатся. Затем готовое филе мы обсыпаем с двух сторон солью и перцем. При желании можно добавить ваши любимые специи. При желании можно добавить мелко порезанный чеснок, либо сушеный. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Делитесь моими видео со своими друзьями. Все эти действия помогают мне в развитии моего канала. Приступаем к формированию рулетиков. Для этого на более широкий край кладем немного твердого сыра, зеленушки и при желании морковки. Формируем рулетики, подворачивая с боков, чтобы при приготовлении наш сыр не вытек. Если не получается, то края можно скрепить зубочисткой. Приступаем к панировке. Сначала наши рулетики хорошо со всех сторон обваливаем в муке. Затем обмакиваем во взбитом яйце. Ну и обваливаем в панировочных сухарях. Панировочные сухари лучше делать в домашних условиях. При жарке или запекании они не чернеют и не горят. Для этого черствый белый хлеб необходимо порезать на ломтики, подсушить в духовке и измельчить удобным для вас способом, либо в блендере, либо через мясорубку, ну а можно просто скалкой. Обжариваем наши рулетики на разогретом растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Время жарки зависит от особенностей вашей плиты. У меня ушло ровно 10 минут. Рулетики получились нежные и сочные внутри, ну а сверху с хрустящей корочкой. В нашей семье такое блюдо любят все.